Для регистрации компании в Шевченковской районной администрации вам не придется стоять в очереди, потому как в пятницу здесь никто вас не будет принимать. С понедельника по четверг здесь наблюдаются большие очереди. Но мы пришли сюда в пятницу и не увидели практически ни одного человека, который хотел бы зарегистрировать организацию. Чтобы сдать документы для регистрации юридических лиц предпринимателей, люди становятся в очередь с 5 часов утра. Будущие предприниматели просто не успевают дождаться своей очереди, так как на прием документов государственным регистраторам уходит менее 4 часов. За комментарием по поводу вопросов с очередями мы обратились к начальнику отдела регистрации, но, к сожалению, ответ так и не получили. Не ставьте меня в такое положение. То есть у вас не получится, даже если с разрешением? Не получится. Актуальная правда, Константин Медяник, Павло Правда.